23.08.2022 года, примерно в 22.10, на 14-м километре автодороги Кинель-Богатый-Борская. Водитель 1973 года рождения, управляя автомашиной Mercedes, двигаясь по направлению села Богатое, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины. Водитель велосипеда 16 лет скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции оградили место ДТП, выясняют обстоятельства происшествия.